Перший турнір з пляжного волейболу сидячи відбувся. Як ми побачили, успішно навіть погода не завадила. Але що робити спортсменам, коли підуть дощі та почнуться холоди? Яка перспектива для розвитку особливого виду спорту для людей з інвалідністю? Сьогодні про це буду говорити із безпосередньо причетними і до змагань, і до інваспорту взагалі. Знайомтеся, Тетяна Шуляк, представниця громадської організації «Рівні можливості», і Олексій Харламов, член паралімпійської збірної України з волейболу сидячи и тренер. Вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите несколько слов о соревнованиях, которые были, и вот все удалось, что планировалось, или нет? Я думаю, у нас удалось даже больше, чем мы планировали. Очень хорошие эмоции были на площадке и вообще вокруг этого турнира. И мы благодарны всем участникам нашего турнира, всем организаторам. И даже погода не подвела, потому что мы очень боялись, что будет дождь и ветрено. И он даже был. Да, был, но тем не менее это не остановило участников, спортсменов, судей, организаторов. И турнир прошел на очень хорошем уровне. Мы надеялись, что так и будет, но даже лучше вышло, чем мы думали. А победителей как определяли? Победителей по регламенту волейбольному, по правилам, по количеству очки. Побед, очки и очные встречи, то есть все по-серьезному. Правила как-то отличаются обычного волейбола и пляжного? Да, классический волейбол, он, конечно, ну, играется, скажем так, в более комфортных условиях, в зале, где есть и раздевалки, и душ. Пляжный волейбол, это, конечно, больше... Ну, скажем так, для экстремалов, когда светит солнце, песок летит, дождь, да, потому что даже когда идет дождь, все равно надо проводить соревнования, все в разных условиях спортсмены, и каждый спортсмен должен выполнять эти правила, условия, в которых он находится, и да, это достаточно тяжело. Правила немножко другие по сравнению с классическим волейболом, и сетка чуть выше, и это нивелирует... Вот сильное нападение со стороны игроков, больше идет упор на прием. И поэтому вот пляжный волейбол, он вот больше на выносливость. И правила чуть-чуть иные по сравнению с классическим волейболом, потому что человек, который находится на передней линии, он не имеет права нападать. С первой линии он может только пасовать, а уже два человека, которые на задней линии, они и защитники, и нападающие. Расскажите больше вот о команде из Днепра. Какие перспективы для команды из Днепра? Да. Перспективы самые, что ни на есть, жизнеутверждающие, как мы все считаем, потому как организовали эту команду Днепропетровскую для того, чтобы дать людям возможность проявить себя не только вот в таком на региональном уровне в спортивных соревнованиях, а и выйти на международный уровень. У нас планируется поездка в Лейпциг в конце ноября месяца с целью принять участие в международных настоящих, правильных, больших соревнованиях, где будут сборные из различных стран, где можно будет, где спортсмены смогут, те непосредственные участники команды смогут проявить себя, показать себя, посмотреть на то, как это делают люди, которые уже давно находятся в этом спорте, а сопровождающие ветераны, а то и переселенцы, и также просто люди с физическими повреждениями, которые будут ехать дополнительной командой, они смогут для себя определить, нужно ли им проходить вот эту вот психологическую реабилитацию с такими методами, через такие спортивные соревнования. И мы надеемся, что так и будет. То есть поездка мотивационная? Поездка мотивационная, поездка раз... утверждающая для тех, кто уже находится во взаимодействии со спортом, и для тех, кто уже взял свою жизнь в свои руки, и поездка мотивационная для тех, кто еще не определился и не понимает, да, или боится, или есть еще ряд каких-то задач, которые на данный момент преобладают.
Много ли таких ребят, которые еще не определились? К сожалению, к величайшему, они есть, и они есть не потому, что они не хотят, они есть потому, что они боятся. Есть, опять же, когда ты был полноценным человеком с двумя руками, двумя ногами и жил полноценной жизнью, и потом в связи с ситуацией, которая произошла в твоей жизни, ты вдруг остаешься, ты вдруг становишься другим, и это сложно задать вопрос и ступить на путь правильный. Ну вот, скажем так, если так можно сказать, если будет корректно так сказать. Поэтому вот для всех тех, кто не понимает, для чего им нужен спорт и как он может помочь выйти из вот этого состояния замкнутости в себе и непонимания, что же делать дальше, мы сможем помочь. Во всяком случае, мы попытаемся это сделать. У нас есть для этого понимание, что нужно делать, желание это сделать, силы это сделать, и нам все помогают. И вы помогаете, и госадминистрация помогает, и люди просто помогают, и инваспорт помогает. Да, вот когда стал вопрос о том, что мы хотим провести вот такого рода турнир, и да, он на момент сейчас не есть официальным и общепринятым, но у нас есть люди, которые готовы принять в нем участие. Они поприезжали из разных городов. И у нас есть один из вот участников, Сергей, который приехал, который без двух ног, он приехал к нам из Киева на своем собственном автомобиле под турнир для того, чтобы... И он был одним из тех, кто до конца турнира вот с 8 часов утра, с 9 до 6 часов вечера вообще не останавливался. И когда просто смотришь на таких людей, ты понимаешь, что... О чем нам, двуногим и двуруким, вообще переживать и жаловаться в этой жизни? И помощь. Я о помощи, о том, что чем больше людей узнает, что смотрит на таких людей, как Сергей, как Леша, как Дима, там много очень было ребят замечательных и ветераны сборных, бывших, да, паралимпийских, да. И женщины, и мужчины. И возраста разного. У нас был самый маленький участник, 17-летний Марк. Он кандидат в сборную. Да, да. И были взрослые женщины, которым неприлично в возрасте, но около 50. Ну, то есть это очень... это для всех. Вот в контексте игры это для всех. И опять же, я не сказала про помощь. Ухожу все время. Когда мы решили организовать этот турнир, Антон Андрієнко, він перший заступник, він перший помічник заступника мера, і, собственно, Сергій Васильович Звірко, вони нам оказали вообще величайшу помощь в організаційних моментах, связанных с этим турниром. Очень, очень огромное спасибо. А еще какие-то вот нужды есть? В связи с поездкой, да. В связи с поездкой в Лейпциг есть нужды, потому как есть затратная часть на то, чтобы привезти команду в Германию. Есть затратная часть на то, чтобы ее там разместить и покормить. Вот на то, чтобы привезти и увезти, нам, я надеюсь, очень помогает. И поможет действительно госадминистрация это сделать. У нас есть еще момент с жильем и с едой. Скажите, вот людям-меценатам, которые захотят помочь, или же людям, которые, наоборот, с инвалидностью и вот хотят попробовать себя в этом виде спорта, куда приходить, куда обращаться? Нас можно найти в Фейсбуке, на страничке «Рівні можливості». Можно написать нам напрямую там. Мы можем оставить свои контакты. Ну, то есть я могу оставить свои контактные данные, куда необходимо позвонить, написать для того, чтобы задать нам вопросы, посмотреть наши документы, выяснить все необходимые ситуации, посмотреть на наш бюджет, на наш кошторис, который нам необходим для поездок. Плюс мы еще сформировали ряд мероприятий на следующий год для того, чтобы люди, которые будут новые, вовлечены в процесс, было где себя проявлять, было где себя показывать. То есть все можно найти на страничке в Фейсбуке, да? Да. Спасибо вам большое, удачи вам, удачной поездки. Да, спасибо большое. Спасибо огромное.
Расскажите о мотивационной части. Вот как люди, которые только что попали в этот спорт, как они начинают и насколько важны им соревнования? Да, я вот как тренер еще донецких команд, я очень тесно знаком с этой ситуацией. И бывали случаи, когда людей очень было тяжело даже вытянуть. Вот Таня правильно сказала, что людей надо бояться, получив травму. Это не только физическая травма, но и психологическая. Люди замыкаются в себе, в четырех стенах и боятся выйти даже на улицу зачастую. И вот вытянув этого человека к нам на тренировку, и когда мы начали ездить и вот уже устраивать какие-то соревнования, делать поездки, я видел, я знаю, что человек уже спортсмен, он показав свое мастерство, увидев вот такие вот соревнования высокого уровня, он уже никогда не уйдет с клуба, не уйдет с команды. И это... То есть вот для спортсмена важно потренироваться. Тренироваться для чего-то, для каких-то достижений, которые он может, мастерство свое, которое он может показать на этом турнире, но не вариться в своем соке, то есть соку. То есть, здесь есть да, такой даже момент, что вот ребята на сам турнир, извини, что я дополню чуть-чуть, ребята на сам турнир на самом деле собирались достаточно сложно. В каком смысле? Это есть же представление о том, что это надо поехать, это нужно совершить какие-то действия, это надо чаще потренироваться, это сложно. Но когда они туда все-таки приехали, и когда игры закончились, и вот этот вот дух, который царил на всем этом мероприятии, и они уходили, и единственный вопрос, который мне все задавали, это когда следующий турнир у нас будет? А да, конечно. А мне когда следующие тренировки? И когда приезжать на тренировки? У нас на этом турнире приезжали парни молодые с травмами, которые, ну вот, которых я не мог вытянуть на тренировку, тяжело очень. И вот они приехали, это выходной день, хорошая погода все-таки была в субботу. Они приехали, я общался с ними, они посмотрели и сказали, да, мы хотим тренироваться. То есть вот увидев все это, люди начинают тренироваться и хотят показывать свой уровень, свое мастерство. И захватывает. Да, и видеть тех людей, с которыми они будут играть. Потому что вот как какие бы эмоции у нас не зашкаливали на турнире, все-таки мы после турнира, мы все друзья, мы пожали руки, мы хорошо провели время, но соревнования – это одно, турнир, тренировки – это второе, поза межами тренировок и соревнования – это третье. Но это очень большая мотивация, и люди очень хотят, и сейчас хотели, это большой толчок. Не хотели расходиться, и уже надо было расходиться, потому что мы там были с самого утра, и был град, и дождь, и потом было солнце, и ветер, и все устали, и чай с печенюшками уже не спасал, потому что нужно было уже... Не хотели уходить, и в итоге таки не все разошлись, потому что мы просто переместились в более уютное место, где начались споры и выяснения, почему мы третье место заняли, а не первое. Ну, то есть... ну зато спасает мотивация, вдохновление спасает. 100%, 100%, да. Спасибо вам большое вам за разговор. Спасибо большое. Удачи, вдохновения вашим подопечным, вашим друзьям. Благодарим. Удачи. Спасибо большое. Мы вас приглашаем как медийных... медийное сопровождение партнеров, да, поездку в Лейпциг, потому что, ну, сняв это на очень хорошем уровне, там, это турнир очень высокого европейского уровня. В Лейпциге. В Лейпциге. И показав это людям, сняв это будет очень большой толчок и очень большой прорыв. Спасибо вам огромное. Спасибо. Нагадаю, з нами була Тетяна Шуляк, представниця громадської організації «Рівні можливості», і Олексій Харламов, член паралімпійської збірної України з волейболу «Сидячи».